Так вот, в этом месте я остановился на предыдущем ролике. У меня тут его время лимитное закончилось, там по 10 минут, не более. Вот я сейчас стою вот перед этим таким, как я назвал, шикарным домом. Вот красный кирпич немецкий. Вот, я так понимаю, что фасад этого дома выходит на улицу Октябрьскую, но сейчас мы это убедимся в этом, когда я дальше пойду, пройдусь по двору. Вот, общая панорама двора против солнца, она там, против заходящего солнца, не очень хорошо видно, может. Вот, двор очень широкий, там частично он оборудован. Получается, что это четвертый двор такой. Вот, всего таких четыре двора больших на проспекте Калинина, буду знать теперь по количеству. Вот они все, ну, одинаковые, как бы. Вот это вот здание основное, которое выходит фасадом на улицу Альштинскую. Вот здесь вот, наверное, на улицу Октябрьскую. А такая Октябрьская улица — это такая магистральная улица, можно сказать, достаточно длинная, идет вот, ну, там от Московского проспекта практически, там в районе Кафедрального собора начинается, и деревянного моста, ну, деревянный мост — это название, а не материал, из которого он изготовлен сейчас. Вот, снимаю панораму еще раз, так вот чуть-чуть пониже, если опускаешь, что солнце не так бьет. Калининграду сегодня по московской погоде говорили, что будет ливень с грозой. Ну, вот целый день я пока живу в Калининграде, ничего подобного я не наблюдал. Вот так это все выглядит здесь. Вот дом, он как бы такой закрывает двор от проспекта Калинина, а там вот что-то настроили, вот, и березка уже растет там. Вот ее решили, наверное, не убирать, пускай типа растет. Вот высокие подъезды здесь с крылечками. Такие, это, видимо, тоже связано с рельефом. Один кот тут идет, а второй кот из окна за ним наблюдает. О, ну, красивые дворы. Вот я очень правильно, наверное, принял решение, что зашел вот в эти дворы. Так вот и заснял их. Вот. Прекрасные дворики, мне очень нравятся. Вот это фасад этого здания Калинина 91-105. Ну, тут с этой стороны он как-то скучновато немного выглядит. Вот, а тут почему крылечки тут? Потому что тут вот такой как бы спуск. Ой, сделаны ступенечки такие к проспекту Калинина. Сейчас обойду этот дом. Это я вышел на проспект Калинина. Что у нас? Живое пиво на разлив. Это хорошо. В Калининграде вообще много таких заведений. Пиво на разлив живое. Калининград такой традиционно пивной город, в принципе, еще с советских времен, но, наверное, немецкую традицию, или точнее, тут было пивное немецкое производство, вот, его, так сказать, восстановили, завели и посадили людей больше на пиво, чем на водку. Так, это вот парк Южный, вход центральный. Вот, я туда не пойду, я там был и ходил недавно. Самый интересный момент я заснял. Так, это улица Октябрьская.
Ну-ка, да, Октябрьская 82-92. Ну, вот последний дом улицы Октябрьской. Обойду его сейчас. Ну, на той стороне там типа промзоны, магазинчики всякие. Вот буду знать, что на проспекте Калинина 4 таких здоровых двора на левой стороне, ну, в основном на той стороне, где дома находятся. Вот, на противоположной правой стороне там парк Южный находится практически полностью. Домов там как таковых нет. Жилых. Ну, постройки есть там небольшие. Бывшие фортификационные сооружение. Так, сейчас я подхожу к тому месту, где заканчивается улица Альштинская заодно. Вот тут парк, улица Калинина, она дальше продолжается, но там просто дворов нет. А у меня сегодня съемка именно дворов. О, как шикарно посадили это виноград. Его растащили как целенаправленно, прямо как веточки. Молодцы. 5 баллов. Так, а вот это вот дом культуры, но чей это дом культуры, ну я не знаю, блин, ну хоть убей. Но у нас всегда дома культуры, они имели какую-то принадлежность. Вот наверх написано. Дом культуры наверху написано. Сейчас. Вот в этой конторе я был, там всякие учреждения, предприятия, но я что, я туда ходил, а там к знакомым. Вот, а сюда вот съезд со эстакадного, со второго эстакадного моста. Вот. Дом культуры. Вот этот дом еще раз со стороны. Опять у меня осталось 2 минутки. Мебель со скидками. Это правильно. Это интересно. Октябрьская 76. Пончики и кофе в ДК. Так, улица Альштинская. Вот она здесь заканчивается. Вот, но я. Вот она тоже такая. Она почти такая же, как проспект Калинина. Вот, тут поменьше чуть-чуть. Вот, я сейчас. Ну, вот там вот немецкие такие сооружения, как бы, типа казарм, да, и там какие-то торговые всякие организации. А это вот машины съезжают со второго эстакадного моста. А я сейчас пройдусь до улицы Богдана Хмельницкого. Вот она следующая. Тут улицы так идут параллельно, плотненько. Расстояния между ними маленькие. Ну, это чуть, может, учреждение какое-то административное, как я понимаю, уже забыл. Октябрьская 79. Вот этот съезд со эстакадного моста. Ну и сам он, часть его там видна. Чуть-чуть. Я на нем был недавно совсем. Частично прошел там. Его и со стороны снял, и с него там кое-что снял. Вот. Вот, а там вот находится прямо передо мной вот такое возвышение. Это высокий мост. Я на нем вчера был, все окрестности там облазил. Вот, поэтому туда я не пойду. Я пойду сейчас обратно по улице Богдана Хмельницкого. Вот, вот от этого перекрестка с улицей Октябрьской. Заканчиваю видео до конца. Ну, резкость не наводится. Нормально. Ну и ладно.